Самая известная картина, на которой изображен НЛО, к тому же выпускающий лазерный луч, это «Благовещение» Карла Кривелли, написанное в конце 15 века. Сюжет этого полотна таков. Ангел сообщает Деве Марии о будущем рождении от нее Спасителя. Это хрестоматийный сюжет. Мы можем увидеть над головой Богородицы космическую капсулу. Каким образом НЛО связано с евангельским сюжетом? Возможно, художник решил изобразить свое видение концепции непорочного зачатия. Он мог привнести в религиозную иконографию некий элемент из реального мира.